Всем привет! Просто посмотрите, какой у нас закат сегодня. Красотень же, да? Птички шебечут, лес рядышком. Тишь и гладь, как говорится. Полная благодать. Всем еще раз привет. Не снимал ничего. Вчера не снимал, по-моему. Да, вчера я смонтировал и выложил позавчерашнее. И сегодня вот что-то целый день ничего не снимал. Валялся. Ну, вчера, понятно, хотя бы отходил, да, от гулянки с нашими одноклассниками. А сегодня чистый лень одолел, но и в обед как-то пасмурно еще было. Поэтому сейчас вот вечером я решил выйти, так сказать, пошляться. Иду, гуляю такой, один. Вот. И дай сниму-ка я видео своим любимым подписчикам. Поэтому ставьте пальцы вверх. Конечно же, они же лайки. Ой, вчера прошел праздник День России, я его провалялся дома. Я сейчас думаю, блин, может, надо, конечно, было поехать в Москву потусить. Но я думал, что сегодня рабочий день уже, кстати. Оказалось, нет. Он не рабочий. Вот. Так что вчера можно было погулять. Но я вчера был в таком состоянии. Поэтому нет. Не вариант было. Я, в принципе, вчера пил, позавчера, получается, пил то, что я пил всегда. Но под конец я бахнул Сереге водку. И она мне не очень на вкус сразу понравилась. Но там буквально 2,5 рюмки я выпил. И, видимо, зря, короче. Не очень мне она понравилась изначально. Но, как оказалось, не зря, потому что, ну, может, какой-то паленый попался, не знаю. Херово вчера было весь день. Вышел на улицу, весь обмазал, ну, не обмазался, а попшикал от комаров, потому что гуляю около леса, прям вот он, 10 метров от меня. Сегодня целый день изучал информацию о поездке моей через Грузию в Турцию, вот. Может быть, я попозже расскажу подробнее. Я вообще чисто случайно повернул с домом, скажем так, дальних родственников по бабушкиной линии. Вообще я собирался подальше прогуляться. Я не знал, будет ли там поворот для возвращения обратно. И по какой улочке мне вообще возвращаться. Через город вообще не хочу идти гулять. Поэтому шлёндрую здесь. Надеюсь, на меня собаки не нападут. У них там шашлыки вижу, жарятся. Вы же все в курсе, что я боюсь собак, да? Вроде тут у всех все за заборами. Ну так вот, что я нашел из Москвы. Нужно лететь до Владикавказа, Осетия, Беслан, скажем так, да, бывший. Вот. Оттуда можно заказать трансфер до Тбилиси. Там около 400 километров, что ли, получается, может, меньше. Может, что-то не так, может, понял, где-то посчитал. Но, в общем, не суть, не так уж прям и много. Вот. Ну, Тбилиси немножко посмотреть 1-2 дня. Оттуда в Батуми спуститься также на автобусе. А в Батуми граница с Турцией уже там 20 минут от Батуми на маршрутке за 70 рублей можно доехать. И перейти границу Турции сухопутную. Господи, куда я зашел? Слушай, ну туда дорога ведет. Я просто тут давно не гулял. Да. Вот, а оттуда уже границу с Турцией перейду
И можно улететь там на самолете или на автобусе тоже в Аланию поехать. Так что не знаю. Думаю. Просто до Владикавказа билеты сейчас что-то такие дороговатые тоже. Видимо, так не только я решил сделать, но и плюс многие хотят в Грузии отдохнуть. Сухопутная. Ну, вообще, короче, все пути, по сути, открылись, кроме морского, по-моему. Ну, вот. То есть там не надо никаких этих запретов, оснований для въезда. Ну, где я иду, в каком-то поле. Я буду надеяться, что он там есть поворот вниз. И там собаки гавкают. Надеюсь, они меня не сожрут. Смотрите, какой добина, да? Красивый. Да, у нас тут богатеи живут на этих улицах. Не, есть попроще домики, конечно, но в основном такие коттеджи, знаете. Ну, это москвичи приезжают. Вон розы цветет. Было бы круто с кем еще найти, так поехать. Ого, собака заловил. Я, конечно, так и один могу погнать. Отели посмотрел. В Турции мой Аслан Корнет, который я снимал, что-то 8, что-то около 8,5-9 тысяч. Короче, выходит 600 рублей ночь. Вот, не знаю, с кондиционером или нет, скорее всего, без кондиционера. Вот. Но в Турции сейчас жара, конечно, кондиционер понадобится. Так, а вот тут я пройду. Господи, мне все время тянет, блядь, на какие-то эти. По нормальной дороге нельзя было пройти. Это, кто хочет со мной рвануть через Грузию в Турцию, пишите мне в Инстаграм, ссылочка будет в описании. И к каналу, и к видео. Ну, мало ли. Вот по таким вот сусекам я иду. Если это видео не выйдет до обеда 14 июня, значит, меня тут кто-то загрыз. Имейте в виду. О, слышите? Гавкают собаки. Не, ну я тут, конечно, ходил по этой дорожке, но это было очень давно. Поэтому иду, так пахнет вкусно все. Че видео-то решил снять еще? Мне написали в комментариях: Тёма, круто получается, мы ждем новых видео. Я думаю, ну конечно же, я должен порадовать своих зрителей и так далее. Так что вы и меня порадуете лайком-то. Пожалуйста. Кто не подписан, подписаться не забываем. Ну вот, я куда-то вышел хоть на асфальт. Я думал, там будет спуск. И здесь я когда-то прогулял. Ну, это в детстве был, наверное, больше, чем вот. Тут какой-то мемориал. Смотрите-ка. Ой, кругом собаки гавкают. Ёпта твою. Ну да, все, вон на Ленина. В самом конце я своего болотого райончика вышел. Ну ничего. Кстати, видел, народ уже купаться начал. Я, конечно, не рискну залезть в нашу речку. У нас тут река Ака протекает, кто не знал. Вот, потому что ну, в речку нам, конечно, попозже. А в Москве на пляжах я видел, залазит уже. Может, там какие-то водоемы такие более прогретые, чем здесь. Кто хочет, кстати, поддержать рублем меня, в том смысле оплатить мне поездку в Грузию или в Турцию, принимаю донаты. Ссылка для донатов ваших тоже будет в описании. Это так, шутки шутками, но вдруг кто-то раздобреет. Конечно, маловероятно. Ой, надеюсь, она привязана.
Собак гавкает. Привязан. Как раз шел мужчина. Вот. И зашел туда, где собак гавкал, видимо, у знакомой. Я спросил, она вольерик, сказала. Что такой большой дом. Цветы какие-то красивые цветут. Так что строим, друзья, планы. Попроще это рвануть на наши юга или устроить вот такое вот путешествие, чтобы выбрали вы. Наша юга или сложно, но просто я посмотрел жилье на нашем побережье, скажем так, да, Сочи, Анапа, вот это вот все. Извините, конечно, но цены на жилье в Сочи, парк-отель, в котором я был, на неделю просто пожить на завтраках, просто на одного человека, 55 тысяч, по-моему. То бишь это, блядь, на 7 поделите, представляете, сколько это получается? Там по 8 тысяч, да? Это уже перебор. За 8 тысяч я могу 2 недели снимать в Алании себе жилье. Поэтому лучше уж потратить немножко на дорогу и махнуть в Турцию. Как вы считаете, скажите, я вот вышел уже на Ленина, поэтому давайте прощаться, напишите в комментариях тогда, что для вас лучше, за такие деньги у нас отдыхать или все-таки поехать через третью страну в Турцию, потому что прямые билеты очень дорогие, но если кто-то хочет, 30 тысяч кидайте, я напрямую могу улететь, но это прям совсем кто меня любит. Все, не забываем лайки, комментарии, подписочки. А я для вас буду новое видео снимать. Всем пока.